Суперкары – особый класс спортивных автомобилей с эксклюзивным оснащением, динамическими характеристиками и высокой ценой. Как правило, суперкары производят небольшими сериями компании, специализирующиеся на выпуске спортивных и гоночных автомобилей, поэтому данную категорию машин не каждый день можно встретить на дорогах общего пользования. Удивительно, но даже в таком и без того эксклюзивном классе автомобилей есть особо редкие экземпляры. Одним из таких лимитированных суперкаров является Bristol Fighter, впервые показанный прессе в мае 2003 года. Bristol Fighter, чей выпуск в небольших количествах стартовал с 2004 года, является разработкой британского автопроизводителя Bristol Cars. Отличительной чертой автомобиля является его кузов-купе с дверями типа крылья чайки, разработанный бывшим инженером гоночной команды Формулы-1 Брэбом Максом Бокстремом. В плане механики заднеприводный автомобиль с переднемоторной компоновкой использует 8-литровый V-образный 10-цилиндровый двигатель, который также устанавливался на спортивные Dodge Viper и Dodge Ram SRT10. Однако в отличие от стандартного американского верхнеклапанного двигателя серии Chrysler LA, агрегат, устанавливаемый на Fighter, модифицирован для производства 525 лошадиных сил и 712 ньютон-метров крутящего момента. На более же мощной версии автомобиля, обозначенной как S, двигатель и вовсе настроен для выдачи мощности уже в 628 лошадиных сил и 786 ньютон-метров крутящего момента. В паре с этим мощным двигателем работает либо шестиступенчатая механика, либо четырехступенчатый автомат. Вкупе силовая установка, по заявлению производителя, позволяет автомобилю разогнаться до 100 км в час всего за 4 секунды. Заявленная же максимальная скорость составляет 340 км в час. В 2006 году компания Bristol также еще и анонсировала Fighter T, версию автомобиля с турбонаддувом. Как утверждает сам производитель, модифицированная версия V10 от Chrysler выдает уже колоссальные 1012 лошадиных сил и 1405 ньютон-метров крутящего момента. Изменений в обновленной версии автомобиля также коснулась и аэродинамика, в результате чего коэффициент лобового сопротивления самого мощного истребителя составляет всего 0,27. Bristol утверждает, что по теории автомобиль способен разогнаться до 100 км в час за 3,5 секунды и развить максимальную скорость в 430 км в час. Однако для того, чтобы в конце концов автомобиль не улетел в космос, максималку все-таки решили ограничить электроникой до более чем адекватных 362 км в час. Всего таких монстров, по неподтвержденным данным, было выпущено только 5 штук. Что же касается остальных версий автомобиля, то точно неизвестно, сколько было выпущено экземпляров. Число произведенных машин, по некоторым данным, колеблется от 9 до 14. С уверенностью можно сказать только то, что Bristol Fighter является одним из самых редких суперкаров в мире.